Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим салат «Цезарь» из оставшейся куриной грудки. Каждая хозяйка задавалась вопросом, что же мне приготовить из оставшегося куриного мяса, которое не хочется уже есть просто так, а выкидывать жалко. В таком случае на помощь приходит всегда салат «Цезарь». Для приготовления пол кочана любого листового салата нарезаем на средние кубики. Подойдет любой айсберг, латук, ромэн и выкладываем на блюдо. Далее куриную грудку или куриное филе нарезаем соломкой. У меня куриная грудка в панировочных сухарях. Такое тоже подойдет. Можно использовать даже наггетсы, которые остались, и добавлять в салат «Цезарь». Куриную грудку выкладываем сверху на листья салата. Я готовлю этот салат порционно, можно же приготовить в общей салатнице. Затем два спелых помидора нарезаю на средние дольки. Лишнюю жидкость от помидоров желательно убрать. Я беру с расчетом один помидор на одну порцию и выкладываю помидоры сверху на куриную грудку. Затем салат сверху присыпаем сухариками. Как приготовить сухарики, есть видео на моем канале. Ссылочку я вам оставлю в описании. Также смотрите другие рецепты салатов и подписывайтесь на мой канал. И также сверху салат присыпаем сыром пармезан и поливаем соусом «Цезарь». Полное количество ингредиентов для салата и для соуса «Цезарь» я вам оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Наш салат готов, получается он очень вкусный, сочный, красочный. Всем желаю приятного аппетита, пишите мне ваши комментарии, что вы думаете об этом рецепте. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!